Работодатели Казахстана обеспокоены квалификацией выпускников вузов. Сегодня в Астане в стенах Назарбаев университета поднимали проблемы подготовки кадров и трудоустройства вчерашних студентов на работу. В ведущем вузе страны в эти дни проходит 5-й Евразийский форум лидеров высшего образования. Подробнее об этом расскажет Саби Байбусинов. Евразийский форум лидеров высшего образования здесь, в Назарбаев университете, проходит уже 4-й год подряд. Это своего рода диалоговая площадка для обсуждения актуальных вопросов образования. А в этот раз сюда съехались представители 12 отечественных и зарубежных университетов. Сегодня здесь говорят о выпускниках, точнее об их трудоустройстве после окончания вузов. А вообще проблема подготовки квалифицированных кадров стоит остро, особенно в условиях стремительно меняющихся рынка. Работодатели высказывают озабоченность о качестве квалификации, полученной в стенах вузов. О чем говорят эти факты? Очевидно, что компаниям не избежать найма работников из недавних выпускников, несмотря на тот факт, что работодатель не всегда уверен, что вчерашний выпускник обладает достаточной профессиональной подготовкой. В Казахстане на сегодня действует больше 120 университетов, а это тысячи выпускников ежегодно. По данным, озвученным на форуме, порядка 25% молодых дипломированных специалистов в Казахстане не могут найти работу. Рынок диктует правила, под которые нужно успевать подстраиваться. Как это происходит на практике, в том числе обсуждали на этой встрече. Своим опытом делились и представители Назарбаев университета. Кстати, вуз в этом году впервые выдает дипломы об окончании. Скоро получат дипломы 446 выпускников. Часть из них продолжит обучение в университетах, занимающих первые строки мировых рейтингов, а другая часть студентов выйдет на рынок труда. Нам важно понимать, насколько специалисты, подготовленные нами, соответствуют требованиям работодателей. Конечно, на нынешний форум пригласили и работодателей, как одну из заинтересованных сторон. Отмечу, сегодня здесь прозвучала мысль о том, что подготовка квалифицированных кадров должна стать ответственностью двух сторон сферы образования и работодателей. Добавлю, что работа форума продолжится завтра. Саби Байбусинов, Ержан Конопьяулы, 24 КИЗ, Астана.